Стена нашего сообщества World of Tanks ВКонтакте создана специально для общения. Каждый день пользователи оставляют более 5000 комментариев под записями. Вячеслав Семенов, старший специалист отдела игровых нарушений, развеет любые мифы аргументами. Алло? Посылка потерялась? Сейчас найдем. Михалыч, поддержка с воздуха. Потерялась посылка. Минутку, вашу посылку ищут. Голда будет начислена через 4 часа. Ваша посылка будет через 4 дня. Да, прямо к двери. Надежда Майская расскажет, когда будет ваш приз и голда на аккаунте. Господа, я старый солдат, и я призываю, давайте оставим обсценную лексику и продолжим дискутировать хотя бы эвфемизмами. Сергей Бувузела, 5 лет работы на форуме, знает ответы на любые вопросы. Команды поступили так, как поступили, мы это видим. Поступи они иначе, тут уже как бы все. А так как они поступили так, это привело к тем результатам, которые я, конечно, понимаю. Я хотел их объяснить, я могу вам это объяснить. Евгений Янин выслушает ваши предложения и отправит их разработчикам. Мы наблюдаем обильное количество высадок в Варшаве и Москве и резкое их снижение на Дальнем Востоке. Незапланированных перезагрузок сервера не ожидается. Аркадий Комаревич, 3 года работы в геймсаппорте, ответит на самые каверзные вопросы. Ты оставляешь сообщения на стене нашего сообщества, но делаешь это без подробностей, и я не всегда могу их понять. Если ты хочешь получить хороший ответ, задавай правильный вопрос. Димка Потапенко, спикер отдела SMM на офлайн-ивентах, проводит стримы розыгрыши. Представляем команду комьюнити-менеджеров, которая будет общаться с вами на стене нашего сообщества World of Tanks ВКонтакте. Они поймут каждого игрока World of Tanks, ведь у них вместе сыграно более 80 тысяч боев. Средний процент побед — 51,8. Но кто-то тянет их статистику вниз. Подробно делитесь вашими новостями и впечатлениями об игре, и они ответят каждому из вас.